Какое небо голубое, какой Майнкрафт реалистичный. Всем привет, ребят, с вами Акаки. Сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный. А необычно тем, что сегодня, кажется, мы с вами опять будем улучшать наш Майнкрафт. Качество графики, качество самого Майнкрафта, все будет только лучше и лучше. Мы уже с вами начинаем с Майнкрафта, который, блин, очень реалистичный. А что дальше будет, я не знаю. Объясняю, что да как. Каждый уровень мы с вами будем улучшать наш Майнкрафт в плане графики, физики и так далее. Он будет становиться лучше и лучше. Нужно будет всего лишь получать уровень. Я даже не знаю, куда здесь дальше идти. И так все выглядит просто отлично. Ну а перед тем, как мы с вами пойдем пробовать улучшать наш Майнкрафт, я надеюсь, то, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. Давайте попробуем набрать на этом видео 20 тысяч лайков. Мне кажется, вы вообще без проблем с этим справитесь. Давайте я дам вам 3 секунды буквально, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. Раз, два, три. Ну все, вы по идее все сделали. А вы правда все сделали? Молодцы. Кстати, ребята, совершенно забыл сказать то, что у меня есть свой телеграм-канал, в котором я пощу разную информацию о себе, где я сейчас нахожусь, фотографии и так далее. А также делаю анонсов стримов на Трово. Если что, все ссылочки я оставлю в описании, а также в закрепленном комментарии. Ну что, погнали улучшать Майнкрафт. Только для начала нужно спрыгнуть. Нормально. О, мясо! Сырое мясо угря. Пойдет. С самого начала добываем себе немножко бревен. И по идее сейчас все дерево должно сломаться. Да, оно полностью ломается. А отлично, забираем тогда все. Сразу саженцы, палки, абсолютно все, что только можно, мы с вами забрали. Мне нравится в этом Майнкрафте то, что нам по сути очень быстро получится сделать себе какие-нибудь предметы. Например, тот же самый верстак, либо же первоначальные инструменты. Все мы сделаем с вами очень быстро, потому что деревья разрушаются очень-очень хорошо. Ты кто? Не знаю, кто это полусобака, полурак. На, ладно. Сейчас сделаем себе верстак и расправимся с ним заодно. Так, палки мне даже не надо делать, потому что у меня палки и так есть, потому что с деревьев они попадали. Делаем себе топор и давайте попробуем расправиться с этой неведомой фигней. Немножко опыта получили, но мы так и не смогли понять, кто же это все-таки такой. Ну ладно, не смогли, так не смогли. Получим еще тогда немножко бревен и отправимся дальше. Надо дальше отправляться и искать мобов. О, кстати, еще одна палочка, спасибо. А это что у нас? Опа, что-то выпало. Семена клубники. О, клубничка! Малина! Нифига себе, тут оказывается клубника и малина растет. Здесь я вижу куропаток или кто это? Это куропатки или не-не-не, это какие-то павлины что ли? Свинюшки, лисы. Ну, лис я трогать не буду. Лисы очень-очень красивые. Это мясо у нас фазана? А, это фазан, оказывается. Он даже яичко снес. Никто не вылупился. Ну ладно. Мне кажется, с фазанов мы сейчас с вами получим наш первый уровень. И по идее должно сейчас хоть что-то обновиться. Но нет, как-то маловато опыта. И, кстати, мы победить их можем буквально за один удар. Нифига себе. Со свинюшкой то же самое работает, и первый уровень получили, но ничего все-таки не появилось. Значит, все улучшится со второго, либо третьего уровня. Ладно, побежали дальше, свинюшка. Эй, промазал. Куда ты прячешься? Не прячься от меня. Спасибо. Уже, кстати, 15 мяса фазана, нифига себе. А как это так быстро мы с вами смогли сделать? Второй уровень тоже ничего не произошло. Так, а это что у нас? Мускусная дыня. А что означает мускусная? Какие-то непонятные слова, я не знаю таких слов. Интересно, что сейчас добавится? Давайте думать, что можно здесь добавить. Ну, наверное, дома какие-нибудь будут появляться, либо что-то еще. Это что у нас? А, это также мускусная дыня. Тут деревня есть рядом. Отлично, давайте-ка в деревню тогда заглянем. Курочек я пока трогать не буду, я лучше сначала посмотрю, что в деревне есть. Так, и что здесь у нас есть? Обычные домики, здесь ничего интересного. Это вообще дом лучника. Один сноп сена такой одинокий стоит. Ага, там еще есть все снопы, тут снопы. Так, ну неплохо, неплохо. Правда, здесь есть големчик, кстати. Надо будет с големом сейчас разобраться. А ну иди сюда. Опа, ударили. Все, бежим, 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 бежим. Поднимаемся наверх и давай, давай, попробуем меня ударить. Не может меня достать. Тогда сейчас быстренько с ним разберемся. Опа, нам как раз таки хватило топора. У нас 3 железных слитка, ну в принципе неплохо. А стоп, зачем он выкинул топор? Он нам еще пригодится. Теперь больше не пригодится, потому что его нету. Может тогда нам сразу... О, давайте малинку съедим. Вкусно. Сделаем тогда себе мотыгу и сделаем, пожалуй, еще один топор. Как же хорошо, когда легко и просто можно добыть эти снопы сена. Достаточно разрушить блок под ними, и они сами все обвалятся. Ну, конечно, это работает только вот с такими двухъярусными, а так нет, больше не работает, ага. Окей, 15 снопов сена у нас есть, можем выживать. Опа, да, 16. О, пролетела комета! Тут даже созвездия какие-то есть. Так, а где большая медведица? Где-то здесь должна быть большая медведица. Нет, тут было похоже на большую медведицу. Тут...
Где? Я ее не вижу, кстати. О, небо просто шикарное. 48 хлебушков у нас с вами есть, можем поспать. А потом уже на следующий день мы с вами улучшим наш Майнкрафт. Дайте поспать. Спасибо. Новый день, новый уровень. А ну-ка иди сюда, свинюшка. О, здесь еще есть напасены. Ну ладно, 48 мне и так хватит. Так, коровка. Спасибо. Свинюшка. Спасибо. Коровка. Спасибо. Свинюшка. Спасибо. И все равно не хватило. Вы серьезно? Вы издеваетесь, что ли? Где-то еще должны быть мобы. Это 100%. Ага, вижу. Ну что, давай, свинюшка, ты мне сейчас поможешь. Улучшается. Так. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Давай, отвисай уже. Так, и... Чего? Подождите, а почему так плохо стало все? Так, не говорите только то, что у нас Майнкрафт не будет улучшаться, он у нас будет ухудшаться, что ли? Слушайте, с каждым уровнем реально графика будет становиться хуже. Быть того не может, вы издеваетесь, что ли? Так, подождите, я в это не верю, окей. Я вижу здесь разрушенный корабль. Это кто? Ты кто? Я не знаю, кого я сейчас ударил и убил. Но это кто-то очень страшный. Нет. Всплываем, там акула летает. О, какая летает? Плавает? Чего? Ладно, есть идея. Мы не переживаем, мы с вами все равно сможем пробраться куда нам надо. Сейчас тогда быстренько мостик построим, и все отлично будет у нас. Опа, все, простроились, разрушаем. Так, ладно, акулу я не вижу. Такс. А где сундук? О, вижу. Так, и что есть? У нас карта клада. Блин, карта клада, окей, возьмем. Куда нам только идти с вами? Не знаю. Сейчас посмотрим, сейчас узнаем. А, ну я, кажется, понял, нам надо в ту сторону сейчас. О, да, открывается карта, открывается. Хорошо, плывем. Это кто у нас? Это гуси? Это гуси, да. Ладно, хотя бы немножечко опыта получили. А, вот этот вот остров, скорее всего, да? Ну да. Сейчас главное будет найти только этот клад. Только он будет храниться где-то вот глубоко под землей, точнее под песком. Акулы! Быстрей! Тихо! Ух, успели. А как мне с ними расправиться тогда? Там еще и угорь. Ах, нет. Пожалуй, за кладом мы сегодня с вами не пойдем. Я не смогу справиться. У меня нет ни брони, ничего. Как я вообще буду разбираться с акулой, а также с угрем? Я лучше с уточками тогда разберусь. Они хотя бы сдачи не могут дать. А, нет, могут сдать. Они могут дать сдачи. Меня только что гусь ударил. Или утка. Я так и не понял. Кто-то из них. Скелет. Не надо. Расправились. У нас же с вами есть железо. По идее, мы с вами теперь можем отправиться в шахту и спокойно добывать что-нибудь себе. Нужно всего лишь сделать себе железную кирку. Железная кирка у нас с вами готова. Стрелы, кстати, есть. Неплохо. Так, заберем наш верстак. Верстак — это нужная фигня. Даже не фигня, а нужная вещь. Уголечек добываем. Правда, маловато, конечно. Ну ладно, чего уж поделать. А, тут, кстати, есть заброшенная шахта. Так, а вот заброшенная шахта — это уже куда интереснее. Так, я вижу еще уголечек. Ага. Ну ладно. Зато у нас с вами каменный век и много угля, наверное. Целых 9 штук. Пойдет. Здесь тоже сломаем тогда. Хотя нет, маловато как-то опыта падает. Я-то думал, будет побольше. Вот 5-й уровень, хорошо. Железо добыли с вами, кстати. Я же думал, я сейчас погибну. Ну ладно. Железо, уголь, все, что только доктор прописал. Опа, еще опыт и немножко не хватило. Ну ё-моё. Тихо, не-не-не-не-не-не, скелет, плохой скелет. А ну-ка иди сюда. Хорошо, я с тобой Нет, не расправлюсь, у меня очень мало хп. Быстрей. Такс, шестой уровень. Ну да, все ухудшилось, как я и подозревал. Ну, кстати, я даже не знаю, что лучше, тот вариант или этот. Вроде как даже одинаково все выглядит. Ну, ладненько, оставляем. Мне просто интересно, до какого уровня вообще с вами все будем ухудшать. Ну, просто теперь даже будет интересно посмотреть, как будет выглядеть самый страшный, самый, не знаю, плохой Майнкрафт в плане графики. Так, ну, вроде достаточное количество опыта получили. У нас практически с вами 9-й. Точнее, практически 8-й, но скоро 9-й будет. Ага, и еще опыт. Так, сколько у нас с вами железа? 9 рудного железа, кстати. Надо будет сейчас его хоть куда-нибудь пристроить. 20 штучек есть уже. Но надо бы побольше, надо себе сделать хотя бы броню, это 24 штуки надо быть. Сейчас, по идее, у нас должен быть кремень. По идее. Или нет? Так, подождите, кажется... Да, есть один кремень. Кремень есть. 22 штучки все. Волишь, где я? Где я? Я застрял. Все, 24 штуки есть. Ну тогда пришло время наконец-то сделать себе печку. Сделаем, пожалуй, сразу очень много. Почему бы нет? Можем себе позволить 3 штучки, например. От лишнего мы, пожалуй, с вами избавимся. Это нам не потребуется. Разделяем все железо. Ну и закидываем переплавляться. Чтоб было как можно быстрее. Фух.
Ну, мы молодцы. Можем, кстати, заодно сделать себе наконец-то топор. Сделаем сразу каменный, почему бы нет? Железка переплавилась, забираем. Пожалуйста, пусть я получу сейчас 9 уровень. И нет, не получу. Че ж вы такие жадные? Лучше бы дали мне его наконец-то. Сделаем тогда себе броню хотя бы. Надеваем и выглядит она довольно-таки, ну, стандартно. Я думал, будет лучше. Печки я, пожалуй, оставлю, они мне больше не нужны. Такс, окей. Окей, давайте отправляться тогда вглубь шахты сейчас. Ай. Попробуем найти каких-нибудь супостатых, то есть врагов. Или может даже алмазики, может быть что-нибудь еще красивенькое такое. Смотря как нам повезет. Ну хотя да, алмазы я здесь не встречу, это версия 1.18.2. Да и к тому же мы сейчас на 31 высоте, ну сейчас чуть ниже, на 27. Ну может быть хотя бы сундучки будут какие-нибудь. Откуда я пришел? Я запутался. Так, сундучок есть и тут... Просто хлеб и проклятие утраты. Могли бы чего-нибудь типа лучше дать. А что, больше здесь нет сундуков? Вы издеваетесь? А где они все? Куда подевались? Ладно, уголечек хотя бы добудем. Как-то много всего я добыл сейчас. Ну ладно. И вроде много, и вроде мало. Но инвентарь у меня уже забился и этим всем мусором. О, зомбя! 8. Так, надо больше, надо больше, надо больше. Давай! Ничего не дало. Зомбя! А ну-ка иди. Да! Дал! Дал 9 уровень! Да, как-то все очень плохо. Ну ладно. Ладно, жить можно, жить можно. Блоки какие-то очень маленькие. Хотя, нет, они обычного размера, но реально выглядят как будто очень-очень маленькие. Хорошо, хорошо. Я думаю, тогда нам уже с вами можно выбираться наружу, потому что у нас все-таки с вами 9 уровень. Да и мне уже как-то надоело ходить в этой шахте заброшенной. И даже ничего здесь полезного нету. Никаких алмазов, тут вообще закрыто все. Фигня какая-то. Давайте наружу. Какую ружу? А где ружа? Зачем ружье вообще? Это что? Блин, ну посмотрите, реально деревья кажутся какими-то очень маленькими, хотя они обычные. Ну и пока что все разрушается довольно-таки реалистично. Ладно, мне кажется, мы скоро этой функции с вами лишимся уже. Но это, в принципе, будет неудивительно. Но же все здесь с вами ухудшается, зато я могу пока что мандарины добыть, абрикосы всякие. Смогу покушать все сварганить. Вкуснятина. Я предлагаю тогда нам сейчас немножечко побить все-таки мобов каких-нибудь. Только надо бы найти их, я вижу деревню как. Какую-то. Вижу овечек, овечки, идите сюда. Не, ну разрушаются они все-таки, конечно, просто шикарно. Они просто разлетаются. Но опыта, к сожалению, сейчас приносит прям очень-очень мало. Вот я сколько мобов сейчас уничтожил, а опыта практически нету. Я сейчас птичку какую-то сломал. Буквально, в смысле, сломал, она разлетелась. Кабанессы! А ну, кабанессы, идите-ка сюда. А! Какой-то ты жесткий кабан. Но это только в Майнкрафте. В жизни, мне кажется, я с тобой расправлюсь очень-очень быстро. Я мелкого только что сломал. И мы с вами до сих пор 9 уровня. Да как так-то? Я-то думал то, что мы быстрее сейчас будем опыт получать. А оказывается нет. И куда медленнее. Но хотя, в принципе, это логично. С каждым уровнем все-таки нужно больше опыта. Но так или иначе, у нас уже с вами 10. Вижу еще курочек. Вот абрикосы вообще вкусные. Я даже сейчас вот в реальной жизни захотел абрикос покушать. Этот Майнкрафт меня дразнит. Вот чего я ему плохое сделал? Я не знаю. Так, вижу еще овечек. Или одну только. Хотя, да, вижу две. Вижу две. Одна слилась с местностью. Вот это вот именно. Да, серый цвет же так хорошо скрывается на зеленом. Угу. Оп, я тебя слышал. Ну, мало скроешься от меня. А нет, а нет. Где все мобы хранятся? Куда они вообще спрятались? О, опять кабанчики. Бегает по полю, весело, кабанчик. А ну-ка, иди сюда. Даже опыта с него не упало. Обидно. Ну, давай сюда. Куда ты побежала? Нифига себе, отлетела. Так, ладно, давайте запинаем ее и все, погнали дальше. Так, здесь много уголька я вижу. И вообще-то, кажись, очень большая пещера. Вот она-то мне как раз-таки и нужна. Я бы сейчас с удовольствием нашел бы алмазы. О, почти. Подождите, вы послушайте этот звук. Какой шикарный звук. Все, 12-й. Ну, вроде как где-то лучше стало, где-то хуже, но вообще все хуже стало. У нас физика пропала. Это плохо, это плохо. Подождите, что там за блок? Мы на 55-й. Это точно не алмазы. А, что это тогда? Это лианы, что ли? А ну-ка, давайте-ка спустимся с вами. Блоки как будто еще меньше стали. Ай, скелет, ты выглядишь очень страшно. Давай-ка не будем с тобой общаться. А, это медь, хорошо, хорошо, я понял, я понял. Кушаем, 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 пока можем. Бежим отсюда. Так, нам нужно ниже спускаться, нам нужно ниже спускаться. Я хочу найти алмазы, я хочу найти алмазы. Хочу посмотреть, как они выглядят на такой графике. Погнали ниже спускаться. Надо быстрее, тут слишком много мобов. Так, где эти алмазы-то, а? Я на какой высоте уже? На минус 48, где они все? Кажется, нашел, быстрее, 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 быстрее. Это что у нас? Печки. Ладно, простроимся печками. Так, не-не-не-не-не-не-не. Пошли вон, пошли вон. Я не упаду, я не умру на столбе. Или на столбу. Так, добываем. О, нет, нет, забрался, забрался все-таки сюда. О, взорвались, нормальный опыт.
2 алмаза получили, 13 уровень. У нас с вами в кармане. Отлично. Правда, мне надо больше, поэтому добудем себе немножечко редстоуна. С него, кстати, тоже очень много опыта идет. Тихо. Нормально. 14. Еще немножко до 15 осталось. Нифига себе, как лава выглядит. Выглядит очень-очень странно. Как будто лего какое-то. Вижу еще алмазы. 3 алмазика, уже можем алмазную кирку сделать, либо алмазный топор. И я, кстати, больше не вижу ничего полезного. Вижу там еще один алмаз. У нас, кстати, с вами есть булыжник. Давайте простроимся тогда, почему бы нет? Прыжками добывать это такой себе, конечно, ну ладно. О, 15-й! Так, ага. Подожди, ну да, у меня топор-то сломался уже. Подождите, а где мои абрикосы? Саженец дуба. Что за фигня? Подождите, что у меня с броней? Я в бумагу, что ли, завернутый? Так, ладно, я понял. Надо быстрее. Где палки? Вот они. Делаем себе топор и. Выглядит шикарно, шикарно выглядит. Что поделать? Ладно. Ладно. Хорошо, выглядит довольно-таки неплохо. Зомби, иди сюда. Скелет, иди сюда. Я с вами сейчас по-быстренькому расправлюсь, потому что что-то мне подсказывает, что это вообще не предел. Нет, это не предел. По-любому есть еще какой-нибудь уровень графики. Все, ударили эндермена, теперь можем бежать. Поток лавы вообще монотонный. Монотонный. Справились и, правда, очень мало опыта получили. Я-то думал, будет побольше, а тут вон такая фигня. Всего лишь 16 уровень. Маловато, давайте-ка дальше. Успел. А ну-ка иди сюда, я тоже постараюсь успеть. Нет, не успел. Слизень? Серьезно? Давненько я их не встречал. Я-то думал, их уже убрали с этой версии, а тут оказывается нет. Так, получим сейчас 17-й и попробуем выбраться наружу. Посмотреть, как там вообще все выглядит. 17 уровень у нас с вами есть. Погнали наверх, посмотрим что да как. Я попал под дождь. Дождь шикарный вообще. Вообще практически ничего не видно. Очень тяжело понять, где я сейчас нахожусь. Ну, я нахожусь наверху, это понятное дело. Но этот дождь какой-то слишком толстый, что ли. Ладно, сейчас постараемся нормально все здесь пробежать. Главное находить мобов. Я вижу криперов, которых очень тяжело заметить на самом деле. О, расправился. Нет, не расправился. И что там еще скелетов? Так, надо со всеми мобами тогда сейчас посражаться, получить дополнительный опыт и посмотреть все-таки, как все будет выглядеть в конце. Всплываем. О, под водой, кстати, нормально хотя бы выглядит все. Мы видим с вами вот такие всплески от дождя. Боже, как же он красиво выглядит. А вот так вот выплываешь и понимаешь, что дождь просто ужасный. В принципе, чего я хотел? Графика-то же ухудшается каждый раз. Скелет, паук, корова. Не успел. Дайте мне опыт. Вы что, зажадничали? Там вообще зомбоиды за мной идут. А, как много вас здесь, вы что? Нормально, почти 18-й. 18-й! А где еда? Вот она. Ну, дождь зато красивый. Как же это все ужасно выглядит. Это скелет. С квадратом наперерез. Отлично. Нет, ну серьезно, это выглядит очень-очень плохо. Какие крупные всплески воды от дождя? Это кто? Это что за синяя фигня такая? Палка. Ну, железная лопата. И правда лопата. О, боже мой, как это все странно выглядит. Как это очень страшно. Что со мной? Почему я весь синий? Я-то думал, хотя бы мой скин останется без изменений, а тут все изменилось. Нет, ну ухудшать дальше некуда. Просто некуда. У меня даже сейчас сам Майнкрафт выдает сколько FPS? 545, 400. Понятно, 550 максимум. Это кто у нас? А, это криперы. Хотя, кто это еще мог быть такой? Че я удивляюсь? О, деревню вижу, там даже кузница есть. Погнали, побежали туда, посмотрим, как вообще жители выглядят. Но жители, мне кажется, тоже очень страшно выглядят. На них смотреть даже не хочется. Так-с, кузница, заходим. Это факел такой? Понятно. Железный шлем, почему он черный, не могу понять. Железные ботинки, железный меч. Ну ладно. Как выглядит голем? Ах, вот ты где спрятался. А ну-ка иди сюда, я с тобой расправлюсь, наверное. Не уверен. О, их здесь двое! Так, не-не-не, с ними я уже не справлюсь. Жители, вы можете сказать, чтобы они меня не трогали, а? С одним справился, давай второй. Быстрей. Он очень быстро идет. Он как терминатор самый настоящий. Реально похож на терминатора, потому что, ну, у него не железная кожа. У него реально как обычная кожа.
справился. Да я молодец, оказывается. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос и вы хотите увидеть продолжение, потому что мне кажется, еще как-то можно ухудшить Майнкрафт или даже улучшить, то обязательно ставьте под этим видео лайк. Давайте наберем 20 тысяч лайков. А также не забывайте подписываться на канал, жмякать на колокольчик и оставлять свои суперские комментарии. Можете еще друзьям рассказать, мне будет тоже очень приятно. Ну а с вами был Акаки. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова.